давайте послушаем. Вы обещали объяснить, почему оно не станет больше. Давайте. Ну, как же доказать, что это не станет больше? Значит, вы хотите сказать, что это не просто множество ограничено, а множество ограничено числом 2. Да. Пожалуйста. Ну, смотрите. Смотрю. Объединим в скобках 1/4 плюс 1/9. Объединим в скобках 1/4 и 1/9. Ну, вообще говоря, имеем право. Теперь 1/16, 1/25, 1/36 и 1/49. 1/25, 1/36 и 1/49. Ну и так далее мы будем объединять, увеличивая количество членов в 2 раза. Сейчас, дальше надо взять 8 членов, да? Да. Значит, первый какой будет? Первый будет 1/64. 1/64. Это 1 на 8 в квадрате. А последний будет какой? Последний. 225. Это будет 15 в квадрате. И вообще сумма будет начинаться с 1 на 2 в степени n в квадрате. А кончаться будет чем? На 1, 2 в степени n плюс 1 минус 1. Ну, как бы следующим, ну вот, предыдущим перед следующей степенью двойки. Вот докажем. Имеем право объединить. И чего дальше? Вот что это нам дало? Смотри. Сумма чисел 1/4 и 1/9. Сумма 1/4 и 1/9. Меньше, чем 1/4 плюс 1/4, то есть меньше, чем 1. То есть раньше мы заменяли в каждой скобке все числа на самое меньшее. Теперь я хочу доказать. А теперь вы хотите заменять на больше. Да. Оцениваем сверху, поэтому, значит, имеем. Нам будет только хуже, если мы заменим на 1/4 плюс 1/4, да? Дальше. Теперь сумма 1/16. Мы можем заменить 1/25, 1/36, 1/49 на 1/16. Да, самый большой член здесь первый. Да. Здесь будет 1/16 плюс 1/16 плюс 1/16 плюс 1/16. Это меньше, ну, это равно 1/4, но. Это равно 1/4. Теперь, если мы. А это равно было 1/2. Если мы складываем числа от 1 до 2. В квадрате. Сейчас, ну давайте еще одну конкретную, следующую. Вот 1/64. Мы, в этой скобке мы на что заменяем? Все на самое большее, на 1/64. Получается, сравниваем. Теперь, сколько у нас их? 8. У нас их 8. То есть получается 8 по 1/64. То есть получается 1/8. Да. То есть эти скобки будут каждый раз вдвое убывать, вы говорите. Почему? Теперь рассмотрим 1 делить на 2 в n квадрат и так далее до 1. Вот рассмотрим эту общую скобку. Да, 1 в 2 в n плюс 1 минус 1. Да, значит, заменим. Сколько заменяем мы вот на это. Да. А сколько здесь членов? 2 в n. 2 в степени n, потому что следующий член будет 2 в степени n плюс 1. Эта скобка меньше, чем 1 делить на 2 в квадрате. 1 на 2 в степени n в квадрате умножить на 2 в n. На 2 в степени n. То есть это просто будет 1 на 2 в степени n. Ну а теперь смотрите, сумма чисел 1 плюс 1/2 плюс 1/4 плюс 1/8. То есть все эти наши слагаемые ограничены соответствующими слагаемыми 1 плюс 1/2. И все это меньше, мы уже знаем, что это всегда меньше 2. Сколько мы с членов не взяли. Поэтому наша сумма, она будет меньше, чем мы увеличивали ее и получили что-то, что меньше 2. Значит, с самого начала было тем более меньше 2. Ну чего? Значит, вроде объяснили, почему никогда не перейдет через 2. Да. Кто считает, что это понял? Так. Может, кто-нибудь может предложить другое объяснение? Почему это никогда не больше, чем 2. Как еще это можно увеличивать? Кто-нибудь